Ребята, всем привет! Переходим ко второй нашей части. Как и обещала, вторая запись видео. Значит, смотрите, после того, как вы всех 10 человек добавили к себе в контакт, если мы находимся на главной страничке, нажимаем кнопку «Старт», переходим в знакомство с партнерами, у вас будет 10 галочек, то есть вы задание выполнили. Теперь мы можем спокойно перейти к третьему заданию. Третье задание это у нас для всех одинаковое. Нужно сделать отчет о проделанной работе, и потом он появится у нас на главной страничке. Вот мы заходим сюда, спускаемся чуть ниже, отзывы. Вот здесь все отчеты людей, которые уже прошли задание и оставили свои отзывы. Мы заходим в старт. Отчет о проделанной работе. Здесь все просто, я подробно не буду на этом останавливаться, просто нужно вот эти три поля заполнить и нажать кнопку «Отправить». После того, как вы отправите, какое-то время нужно будет подождать. Ваш ответ будет проходить модерацию. По времени я сейчас не сориентирую, сколько это займет, но нужно будет подождать. После того, как ваш ответ пройдет модерацию, вы появитесь на страничке «Отзывы», и у вас появится доступ к четвертому заданию. Сейчас я закончила писать все эти три отзыва и нажимаю кнопку «Отправить». Отзыв отправлен на модерацию. Теперь мне остается только ждать после того, как мой отзыв появится на страничке «Отзывы».